Лесными пожарами охвачен юг Франции. В МВД страны сообщают, что площадь возгорания около 500 гектаров. Огненное наступление сдерживают 500 пожарных. В воздухе работают 13 самолетов и 2 вертолета. Власти департамента Буш-Дюрон рекомендуют жителям не покидать дома и воздержаться от поездок на автомобилях. Как сообщают местные СМИ, пожары вызваны сильнейшей засухой, которая установилась на юге страны. Ситуацию усугубляет сильный ветер, порывы которого достигают 70 км в час. Добавлю, что в расположенной немного южнее Испании сейчас тоже очень жарко. Днем там столбики термометров поднимаются почти до 40-градусной отметки.